Всем привет! Сейчас я вам покажу, какая аномально снежная зима у нас в этом году. Мы здесь живем уже четвертую зиму, и каждая зима абсолютно разная. Но в этом году происходит что-то невероятное. Снегу столько, замучились уже чистить. Посмотрите, это выпало за ночь. Все в снегу, машины все в снегу. Причем снег начался с конца, где-то, наверное, за неделю до конца декабря. И каждый день он идет и идет, растает и идет. Это какое-то наваждение. Смотрите, все заснежено, все абсолютно. Центральные улицы почищены, а здесь жители сами пытаются разгрести завалы. Ужас. Я не знаю, есть ли в этом году столько снега в Сибири, сколько у нас. В прошлом году мы даже шапки не одевали. Было настолько комфортно. Мы весь январь проиграли в теннис. Было настолько кайфово, тепло. Плюс 16, плюс 18 было несколько дней. В этом году снег, и снег, и снег. И мы ходим в зимней одежде. Чистим снег. В прошлом году всю зиму цвели розы, всю зиму цвели анютины глазки. Их в зиму высаживают на клумбах. В этом году все замерзло уже в декабре. И вот когда это безобразие закончится, неизвестно. Сибирь пришла к нам порадовать нас белым снежком. Позапрошлом году было тоже несколько дней. Неделю, наверное, может, чуть больше стояли морозы. Даже замерзал Дунай. Видите, какая красота. Снег чистый, белый. Каждая зима... Вот четвертая зима, и каждая зима разная абсолютно. Одна зима была влажная, стояла какая-то мелкая дрожь в воздухе. Целый месяц, наверное, влажность была высокая, магла стояла. Вот как-то так. Ну, уже через два дня обещают потепление, будет уже плюсовая температура. И, надеемся, наступит весна. На улице ноль, на дорогах тает, а рядом вон все по колено в снегу. Как мы будем свою машину выкапывать? Ну вот, машину свою мы выковырили из снега. Сейчас посмотрим, что происходит на других улицах. Для сербов это вообще катастрофа. Тут многие даже шапки не имеют, даже шапки зимой не носят. Не готовы к такой зиме. Ну, центральная дорога центральная прочищена. Прочищена, посыпана. А зачем нам шапки? Ну, сейчас еще на улице плюс один. Что-то машину заносит. Нормально. Как-то скользим. Ну, вообще, конечно, такая картина. Это непривычное состояние. Сюрпризом год. Ну, зато была очень теплая осень. До середины ноября мы ходили в коротком рукаве. Ну вот теперь, пожалуйста. Закон сохранения. Вообще хорошо, что сегодня суббота. Да, сегодня еще движение слабое. Никто не выехал на улицы. А. Раскопки проводить надо. Кругом снежные завалы. Конечно, для Сибири это все привычное состояние, нормальное, но для Сербии это аномалия. Показывают Белград. В Белграде там вообще все завалило. В Белграде там, горки. Там горки вниз гололед. И вверх, гололед, и машины стоят в заторах, и почистить не могут путем, люди пешком идут, и общественный транспорт плохо работает. Катастрофа. А у нас ровненько, у нас хорошо. У нас здесь на равнине все почищено. Красиво, чистенько, в снежочке. Благодать. И на улице плюс. Это для тех, кто по снегу скучает. Да. По снегу мы теперь тоже не скучаем. Этого добра у нас просто завались. В этом году, да. В этом году насладимся
на много лет вперед. Ну зато у нас с завтрашнего дня весна. Вон какая красивая аллея, вся в снегу. Прям сказочный лес. Весной здесь полно фазанов диких. Да, весной здесь фазаны гуляют. Прям как дикая природа. Всем, кому интересно знать, что здесь происходит у нас в Сербии, как мы тут живем, какая тут движуха, что нового, подписывайтесь на канал, оставайтесь с нами. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о выходе нового видео. И оставайтесь с нами. Вот мы приехали в торговый центр, который находится на окраине города. Видите, сколько снега, даже машины не могут нормально запарковаться. Места еще не все почищены. Можно горку строить. Только растает, правда, жалко, через пару дней. Ну вот, как-то так у нас сегодня. Свежо, чисто, бело, по-зимнему, но неожиданно. Ну, а на сегодня все. Всем пока, до новых встреч!